Как обычно, репортаж из гаражей. Вот такой у нас сегодня мангалец. Расскажу о его плюсах в основном. Как вы видите, он с крышкой. Видите, покрашен весь. Плюс сразу 900 градусной краской. Жаропрочный весь. То есть вышла у меня здесь, ушла целая банка. Цена ее 500 рублей. За работу я беру тоже 500 рублей. Чтобы вот это вот все покрасить снизу, сверху. Краска, как вы видите, до 900 градусов термо. С крышки. Сделал я ее из двоечки. Весь он обрамлен в уголок, в 25-й, как вы видите, еще полоса декоративная. Мало того, что он из двойки, да, я еще, чтобы он тоже, бывает от жары, когда поднимали, сделал две ручки, чтобы ему дополнительная нагрузка не была, чтобы металл не деформировался. Ну, плюс и полоса тоже для жесткости, сами две, ну и поставил две ручки, тоже это плюс. Вот такой вот элемент декора. Крышку они хотят, чтобы мясо, так сказать, наверное, правильно гриль называется, барбекю, но я тут не специалист, да. Видите, что здесь сколько штампуров можно загнать. Потом сама жаровня, посмотреть, сколько, какие отверстия будут тяг давать, причем тут она как бы может, видите, круговорот, мясо там лучше зажарится, точнее. Потом, когда это убирается, сами без проблем понимаете, что крышку можно просто от дождя держать на ручках. Вот такая вот крышка, вид изнутри. Видите, тут я не красил, потому что будет обгорать и будет на шашлык лететь. Проварено, все надежно. Видите как? И чтобы вам на шашлык не попадала эта краска. Крепкая, надежная крышка. Я думаю, она долго должна прослужить. Покрашен тоже все тут. Видите, сколько слоев, даже металл не видно. Жаровня. Сама жаровня 70 на 35. Но высота здесь, по-моему, 17 где-то сантиметров. Делают люди от 12 до 20. Кому как нравится. Отверстие обеспечивает отличную тягу. Кто говорит, не нужны отверстия, не верьте. Люди ленятся, потому что вот просверлить такие отверстия можно 1000 штук взять. Потому что отверстия большие, в шестерке. Видите, как часто там буквально через каждые 5 сантиметров 16-миллиметровые. Они нужны, тяга у вас будет. Потом, что касается вот этой крышки. Там, если дрова нормально делать, у вас даже может быть какой-то элемент копчения получаться. Понимаете? Потому что дым остается. И, ну и жарится быстрее, это очень хорошая вещь. Уровни земли до шампуров где-то 8 сантиметров. Самое нормальное расстояние, можно я делал даже 104. Но я говорю, не знаю, может люди любят, когда им там в лицо нюх там жар, чтобы они, может, замерзают. Так что вот это 80 нормально, жара особенно в лицо не будет. Ну и вот так вот, я посмотрите, стою, мне вообще самое нормальное где-то вот так. Ну это от роста зависит. Вот это, видите, даже на неровной поверхности она вам позволяет более опор, сами понимаете. И мангал весь ровнее держится и стоит более устойчиво, даже на неровной поверхности. Видите, тут где-то поднято. Если бы она была вот на этих только завиточках, то было бы не так. Она бы точно перекашивала и не такая была бы устойчивая. Но я думаю, вы поняли. Здесь под шампура удобно, да? Крутить, вертеть или вот так вот взяли, положили. Вот, смотрите. Хоп. И вот так вот он лежит. Просто-напросто. Вот так. Декоративный, ну и плюс сама жаровня снимается, как вы видите, посмотрите, хоп, сюда взяли и высыпали, плюс-плюс. Дальше уголок 32 достаточно прочный, помощнее, чем 25. Вот он весь, немножко сделан с люфтом, чтобы вы легче могли попасть. То есть здесь немножко, ну, видите, там по сантиметрику, по пол сантиметрика. Как вы видите, мощнейшая шестерка, отлично, будет служить долго, да, рекомендую, сразу говорю. Ну, швы, вернусь, проварен, вот это вполне достаточно, все держится надежно, провар хороший. Сразу даю рекомендацию, такой металл долго остывает, и поэтому не поливайте его водой, то есть ждите, когда он остывает. Люди, бывает, такой металл, он долго ждать, водой ливанут, и металл начинает вести. Это важный фактор, всем советую. Сама подставка из декоративных элементов. Вот эти элементы только, не только, как вы видите, да, для красоты, они также дополнительное усиление, потому что труба профильная 15 на 15. Здесь, ну, здесь тоже элемент декора так немножко красает. Можно всегда, как говорится, больше добавить, можно убавить, кому как нравится. У меня там есть такие мангалы, много различных, смотрите. Поэтому цена, кстати, если что, тоже на сайте следите, я не скрываю. Потом плюс. Вот такая полоса 4 на 40, краешки тоже закруглил, чтобы, допустим, когда переносили, чтобы кто-то там все по ноге не ударил, потому что больно, да, больно будет. Под дрова и под, естественно, посуду. Довольно-таки тоже она такая, видите, не маленькая. Что здесь, какой плюс? Ну, видите,
7 прожилин. Раньше можно было, если пост под дрова, я делал 3-5, ну просто здесь я, скажем так, цена было все учтено, включено, я сделал 7 штук. Почему спросить 7? Потому что может кто-то какую-то даже тарелочку сюда поставить, чтобы она у вас сюда не провалилась. Сделать слишком широко, это дровам ничего. А более мелкая посуда может упасть там. Ну и так, сами понимаете. И как всегда, внимание обращаю на сварные швы. Старался где-то делать с двух сторон. Здесь вот шовчик. Как вы видите, здесь уже побольше, подлиннее. Там он тоже, я думаю, видно хорошо. С этой стороны, видите, без проблем. Вон они, швы сделаны надежно. Здесь тоже посмотреть, все везде заварено. Видите, сверху. Вот, смотрите, все здесь надежно. И здесь то же самое. Это все влияет обычно на качество, потом на долговечность, ну и, конечно, кого цена волнует, тоже и на цену, естественно. Снутри, как вы видите, я не стал красить, потому что тоже краска обгорает, чтобы не попадала вам на шашлык. Я сделал вот тут одно отверстие и вот здесь одно отверстие. Я думаю, видно, да? Для чего? Для того, чтобы, если даже на закрытой крышке, не на улице стоит, косой дождь, там может вода у вас набираться, и вода стоит, все будет ржаветь. А там будет она у вас выходить. Да, может быть, не вся, но, по крайней мере, болот у вас там не будет. Вы видите, какие? Вот-вот, и снизу такие же. Потому что здесь металл толстый, а здесь тонковат, он там максимум 1,5 мм. Поэтому, когда при нагреве, если что-то брать не упал, потому что мангал очень тяжелый, там 30-40 килограмм, поэтому швы сделаю более надежным. Вот так вот я, видите, подтенировал немного. Можно, конечно, больше, но тут нужна все-таки патина такая, где она держит температуру. Ну, а так, хотите увидеть новые модели, подписывайтесь, следите за обновлениями, ставьте лайки, дизлайки. Как вы видите, у меня появляется то немножко одна доработка, другая версия. Вообще новиночки люблю делать. Я подготовил перед покраской, еще сейчас буду обезжиривать. Хотя посмотреть металл, видите, как зачистил. Вот, сначала 6-миллиметровым диском, потом еще гладким. Диски покажу. Видите, как подготовлено? То есть на совесть. Ну, конечно, я за это беру деньги. Поэтому рекомендую брать мелкие риски, крупные риски. Ну, по возможности, конечно, можно вообще все сделать вот так вот до металлического блеска. Но это, естественно, будет дороже. Там можно пескоструем, чем кто как, кому как нравится. Но подготавливаюсь обязательно. Если вы что-то ничего не делаете, это зря выброшенные деньги, я считаю, на покраску. И это делают, ну, в смысле, не делают, только лентяи. Даже вот видите, вот жаровня, видите, даже прошелся, потому что был металл такой с ржавчиной. Я его тоже, так сказать, прокатил. Сначала вот таким диском, а потом уже вот таким. Не забудьте пройтись обезжиривателем и потом растворителем, на котором краска состоит. В целом, ну что могу сказать, мангал практичный, долговечный, довольно функциональный, как вы видите, удобный. Там и дровишки можно положить, и посуду, и перенести можно, и высыпать, и металл толстый сделан, я считаю, красиво. Конечно, я хвалю, но я как раз старался, исходя из этого, понимаете, что-то такую модель какую-то создать, то есть, чтобы она была очень удобная, ну и еще дополнительно цена-качество. Я считаю, что цена, по какой я продаю, она, в принципе, как я его обезжирил, кстати, смотреть, как я его краской красил. То есть она этих денег стоит, понимаете, никто вам вылезет за 3 копейки не будет. Я думаю, если только дурак, но дурак вам подурачим и сделает, я думаю, что так. Ну, а так, спасибо за просмотр и до новых встреч. Смотрите еще после видео, как у меня обычно, фотки. И до новых встреч. Вот анонсирую такую вещицу, видите, с трех сторон. Видите, он там дверцы с четвертой стороны вон внутри. Это мы вместе заказали. Конечно, она еще не доделана, не зачищена. Но дизайн мы вместе, скажем так, с заказчиком все делали по дизайну. Вместе с ним тут и варили. Вот такой вот секретный у нас объект ожидает. Так что подписывайтесь, следите за обновлениями. Till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.